Я рад приветствовать уважаемых покупателей и зрителей моего YouTube-канала. Девочки и мальчики, сейчас у меня на обзоре и уже сегодня в продаже шкатулка. Шкатулка царского времени. И сейчас я вам ее все прям максимально детально покажу. Значит, шкатулочка небольших размеров. Тут вот виднеется дерево. Обтянуто, обклеено какой-то вот тканью. Если честно говоря, мне впервые в жизни такой вот довольно-таки редкий и совсем не частый экземплярчик попался. Значит, обыкновенная застежечка. Не серебро, не позолота, просто это вот цветной металл, быстрее всего нейсбург или какая-то нержавейка. Ну, что-то типа такого. Вот же она, царская курица, отпечатана печатью. И тут вот такие надписи механического производства обуви. Петербург. Ну, тут, конечно, тяжело прочитать. А вот товариство, ТВО, С. Петербургского. Вот такая она вот снизу. И приготовились видеть вот такой вот сохранчик. Вот видите, еще тут пыль. Вот, никто ее не протирал. В ней хранились металлические инструментики много десятилетий. И здесь вот такая наклеечка. Вообще, фабричное клеймо, Петербург, и вот же он, завод механического производства обуви. Вот же какой он был. А был он в 1896 году, это тогда, когда эти Баташевы делали свои самовары. Высшая награда. Всероз выст Новгород. 1896. 4 плюс 100 и еще 24. 128 лет назад вот такую наклеечку сюда приклеили и заколопуцкали такую вот удивительную шкатулочку. И теперь она сейчас у меня в руках и уже сейчас может быть в твоих руках. Ссылочку ты можешь найти в описании. Подписывайся на мой профиль. Сейчас ты можешь купить вот эту шкатулочку. А завтра такую же самую, может быть даже и серебряную. Ассортимент у меня широчайший. И, кстати, еще что хотел подметить, отправляю только новой почтой. Укрпочты. С Укрпочтой я вообще не работаю. Вот.